У меня мать всю жизнь приходила после работы, убирала, делала с нами уроки, готовила, гладила. Отец лежал, потому что он устал, хотя он даже не работал. Я понимаю, из-за этих моих убеждений и мужчине будет сложно со мной, потому что у нас идеальная женщина кто? Это хозяйка на кухне и проститутка в постели. Я наоборот, я прям проститутка на кухне. Я чуть пью вино, курю в окно, планирую завести бьюти-блог. Ну, это вся фигня. Дурачок, я Вика! Я люблю тебя! Олеся! Я Вика, идиот! Любовь моя, люблю тебя! Я буду... Я раньше считала, что 35-летние мужчины – это пипец, какие большие дяденьки. А сейчас я на них смотрю и думаю, а когда вас мама соберет из садика? Милый, милый, ты мудак, извини, но это так. Даже 100 сердец подавы не изменят этот факт. Поменяй себе никнейм, стену лайкай целый день. Круче все равно не станешь, долбанутый ты олень. Встреча с бывшим, как кино немое. Собравшись с духом, я ему сказала: у вас лицо знакомое такое. Я раньше нахуй вас не посылала.